арестованы ведущие инженеры космодрома «Восточный». На сегодняшний день открыто более 20 уголовных дел по взяткам, растратам, превышениям полномочий на космодроме. Рогозин прибегал к угрозам, обещал всем сроки и даже расстрел. Но это не помогает, сроки запусков сдвигаются. О проблемах на «Восточном» и путях их решения рассказал накануне ТВ руководитель фракции КПРФ в Амурском законодательном собрании Станислав Горянский. Это проект особой государственной важности. Он действительно стратегический объект. Это же космодром, тут и оборонка, и технологии. Он практически секретный государственный объект. Некоторые уже за Востоку готовы объявить, потому что опять задержка по зарплате. Хотя я с юстицией одно время встречался, там участвует и прокуратура, и спецслужбы наши определенные. Наведение порядка, чтобы все-таки как-то искоренили коррупцию. Но пока, к сожалению, видно, не все удается. На имидж этого объекта, на имидж России в целом влияет. Общество уже и реагировать остро перестало на сообщения о новых взяточниках, потому что это явление носит массовый характер. Но несмотря на преступления на столь важном объекте, ужесточение наказания остается под большим вопросом, а следовательно, избежать коррупции не удастся, уверен эксперт. Сегодня рынок, то есть система капитализма, это сама система рыночная, она и порождает коррупцию. В форме рынка заложена коррупция, за взятки надо наказывать, и наказывать серьезным образом, не болтать, а наказывать. Вот это конфискация имущества. Потому что мы уже давно требуем, внести в уголовный кодекс норму конфискации имущества. Тогда меньше воровать будут. А когда воруют миллиарды, его на три года на условно выпускают, для него это срочно, для этого взяточника. Должна мера быть неотвратимо наказание, как говорили раньше. Нарушил, отвечает по полной программе. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».